Смарт-часы – новинка от компании Blackview. Модель R8. Эти часики не так давно были в моей масштабной распаковке. Я сказал, что какое-то время ими попользуюсь и вам про них расскажу. Собственно, пользуюсь ими 2 недели, мнение уже сложилось, и я готов его вам озвучить. Вкратце, в самом начале, часики оказались достаточно годными, и за свою стоимость это отличный вариант для приобретения. Есть на что посмотреть, есть что вам показать. Смарт-часы поставляются вот в такой вот тонкой минималистичной упаковке, которая с лету не говорит, что здесь находятся смарт-часы, либо изображения часов здесь нет. Blackview модель R8. На упаковке указаны различные цветовые варианты, но из доступных на данный момент к заказу это черный, розовый и золотой. В комплекте у нас, естественно, сами смарт-часы, качественная инструкция в картинках, русский язык присутствует, перевод вполне вменяемый. Из необычного в комплекте второй ремешок, выполненный из ткани. Он немного тянется, он на липучках. Ремешок мне реально очень понравился. Ремешок прям зачетный. Ну и конечно же в комплекте кабель зарядки на магнитах. Кабель зарядки крепится легко. Ну, собственно, легко он и отваливается. Для кого-то это минус, для меня нет, потому что во время зарядки я просто подключил кабель, положил часики, они зарядились и все. Попытку сделать с них вертолет, как Володька с одноименного сериала, я не делаю. Поэтому это для меня не минус. Но имейте в виду. Комплектный силиконовый ремешок гипоаллергенный, то есть за 2 недели использования никакого раздражения, ничего у меня такого не было. Что понравилось, на ремешке имеется на ползунке вот такой вот зубчик, который жестко фиксирует положение выбранной длины ремешка обхвата. То есть первое время даже было немножко проблематично его снимать, к этому пришлось привыкнуть, но для меня это даже плюс. Сам ремешок у нас быстро съемный, то есть купить какой-то другой ремешок не будет никаких проблем. Корпус часов у нас выполнен из цинкового сплава. С тыльной стороны у нас, как обычно, датчик считывания показательный, контактная база для зарядки. 2 клавиши установлены с правой стороны. Стекло у нас выполнено из, как стекло, точнее сказать, называется материал Асахи. Что это значит, я не знаю, но опять же, за 2 недели использования я в них и спал, я в них и бегал, отжимался, подтягивался и работал, все в них делал, но как вы видите, экран остался абсолютно чистенький, никаких тебе царапин, ничего такого нет. Степень влагозащиты IP68, то есть, как заявляет продавец, можно окунаться в них на глубину до 20 метров. Я в бассейн в них не ходил, но мыл руки, ходил в душик, никаких проблем, ничего, часики работают, все замечательно. Bluetooth 5 версии, соединение стабильное, даже когда происходил дисконнект, я далеко отходил от телефона, часики практически мгновенно потом подключались при возвращении, при приближении к самому устройству. Вес часов 23 грамма. Экран круглый, 1,09 дюйма с разрешением 240 на 240 точек. Рамки, как вы видите, достаточно заметные. Но при всех габаритах экран достаточно читабельный. Вся информация с него легко считывается. Конечно, если у вас очень плохое зрение, возможно, вам, конечно, будет дискомфорт. Но мне было все вполне удобно пользоваться. При всем этом экран достаточно яркий и вполне отзывчивый, потому что оболочка здесь оптимизирована хорошо. Все срабатывает, как вы видите, достаточно плавно. Особенно это видно по этому внутреннему меню. Посмотрите, насколько плавненько, в принципе, все двигается. Верхняя клавиша у нас отвечает за активацию экрана и за выход в предыдущее меню. Нижняя клавиша у нас запускает все спортивные режимы. Управление в данной модели достаточно типичное по сравнению с другими часами. Свайп вниз, здесь мы можем настроить вибрацию часов, включить, отключить, выбрать стиль менюшки. Это, кстати, плюшка. Видите, вот такое меню можно основное задать. Вот такая вот будет оболочка. Также можете посмотреть, что все двигается достаточно плавно. Следующий вариант оболочки. Это вот такой. Да, вот уже более круговой. То есть мы где-то зажали, начинаем просматривать. Видите сами, как оно прокручивается, все достаточно шустро. Но мне самый более для меня приятный вариант, это вариант вот таким списком.
потому что здесь есть уже текстовая информация и проще ориентироваться, куда ты в данный момент хочешь зайти. Далее значок яркости экрана. Настраивается это делениями в 25%, часы я тестировал на 75%. То есть на улице, кстати, 75% это вполне хорошо видно часики. На 100% лучше. Я не скажу, что это прям мега идеально сочные цвета. Они в любом случае выедаются под прямыми солнечными лучами, но информация более чем читабельная. Далее можем активировать режим без звука, то есть никакие уведомления нам приходить не будут. И также типичные настройки часов. Свайп вверх активирует у нас доступ к уведомлениям, которые приходят у нас на часы. Из интересного хочу отметить, к примеру, если у вас на Телеграме, на Вайбере, на каких-то вообще мессенджерах стоит доступ по паролю, то часы будут отображать лишь вам уведомление, что, мол, вам пришло сообщение. То есть сам текст самого сообщения отображаться не будет, если это данное приложение как-то запаролено. Если оно не запаролено, то, собственно, вы можете открыть и посмотреть, что вам там прислали. Кстати, вот так отображается сам текст. Шрифт такой мелкий, но, как вы видите, вполне читабельный. Если я правильно все подсчитал, отображение, не считая имени отправителя, насчитывает 66 символов. Свайп влево, первая менюшка, это отображение количества шагов, пройденная дистанция и сожженные килокалории. Сравнивались данные часы с Mi Band 7 и Hello RS 4 Plus. В целом информацию они достаточно дают одинаковую. А также они могут прекрасно вам насчитывать шаги, если вы просто делаете взмахи рукой. Собственно, как те же Mi Band, как и Hello, все это дело считается. Поэтому условно они показывают вроде бы и правильно, если вы просто двигаетесь, в то же время и неправильно, если вы просто машете рукой. Но ночью, к примеру, шаги мне они не насчитывали. Видно, взмахи ночью были у меня не столь активные. Далее у нас пульс. Пульс они с теми же, по сравнению с Hello RS4, они также меряют вполне корректно. Небольшая погрешность где-то 3-5 удара. То есть, если там на Hello это 60 ударов, здесь может быть 65. Как видите, на столе пульс они не меряют. Но если мне стоит одеть только часики на руку, видите, сердечко сразу забегало, то есть считывание уже пошло. И спустя пару секунд они мне насчитали 62 удара. Для меня это, в принципе, нормально. Обычно вообще, может быть, это 50 чем-то ударов. Просто снимаю видосик, торчу сейчас, да, стараюсь для вас. И мое сердечко стучит, есть повод поставить лайк. Далее, следующий свайп – это уровень кислорода в крови. Точно так же измеряют плюс-минус, как те же Hello или Mi Band 7. У стола, как вы видите, кислород не обнаружен. Ура! Следующий свайп – это сон. Со сном ситуация немножечко здесь другая, потому что, опять же, сравнение с Hello и Mi Band 7 насчитали, к примеру, сегодня я спал 9 часов 6 минут, но это не совсем так. Также они отображают, как глубокий сон 3 часа 23 минуты и обычный сон 5:32, пробуждение у меня было 11 минут. Сон они начинают считать уже в момент, когда вы просто уже так дремать начинаете и вечерком уже лежите, в такой вот они начинают отсчитывать сон. То есть те же Hello, мне кажется, они меряют, не кажется, а так и есть, они меряют более корректно сон. Хотя время общее по глубине сна, то есть глубокий сон и обычный сон, там плюс-минус будет совпадать. Различие лишь идет в там какие-то там буквально 20 минут по общему сну, то есть они просто заранее начинают все это дело просчитывать. Ну и следующая вкладочка у нас это погода. Погода синхронизируется уже непосредственно от смартфона. При удержании на главном экране у нас открывается список доступных watchface'ов, которые предзагружены уже непосредственно в сами смарт-часы. Доступно на выбор в памяти 5 различных циферблатов, но в самом приложении их более 200 штук. Я задолбался считать. При всем этом реально циферблаты очень красивые. Свайп вправо, здесь уже общая менюшка. Активность, как вы сами поняли, здесь спортивные режимы. Здесь есть бег, велосипед, скакалка, плавание, бадминтон, настольный теннис, большой теннис, альпинизм, ходить пешком. Единственный косяк в переводе, обновлений сейчас еще никаких не было, это то, что пешком вот с маленькой буквы, да, вот баскетбол, все это уже с большой, футбол, бейсбол. То есть, как вы видите, все спортивные режимы здесь именно связаны с каким-то активным подвижным спортом.
То есть, единственное, йога, возможно. То есть, отягощение, работа с отягощениями, здесь такого нет. Там турнички какие-нибудь еще, да. Следующее у нас текущее состояние. Опять же, это шаги. Выходим назад, здесь у нас есть пульс, померять пульс, опять режим сна, спать, уровень кислорода в крови, погода, управление музыкой. Музыка здесь только плей-пауза и переключение треков, громкость регулировать нельзя. Сообщение, то что я вам уже показывал, будильник. Далее можем зайти в него. Будильник вы видите, то есть можно в телефоне, на смартфоне настроить различные себе будильники, но, к сожалению, включать их или отключать, настраивать как-то с самих часов нельзя. То есть здесь только информация, что они у вас включены либо выключены. Во время будильника срабатывает вибрация, как и при звонке. Вибрация достаточно мощная. Кстати, при звонке идет отображение номера телефона, либо имя человека. Можно лишь скинуть входящий вызов. Ответить нельзя, только лишь скинуть. Текст, кстати, такой же, читабельный, все хорошо. Далее вкладка у нас «Дышать», это дыхательная гимнастика. В принципе, менюшка очень похожа, сами функционалы, с тем же Hailuo RS4, да, плюс ничего нового нет. Единственное, что мне нравится, что как бы часы недорогие действительно, а работают они вполне корректно. Хороший, яркий, сочный экран, цвета хорошие, в общем, отзывчивость, сами все видите, все хорошо работает. Далее у нас таймер. Далее у нас опять же есть секундомер. Кстати, в секундомере нет вибрации. Вот этот вот, наверное, момент мне не очень нравится. В Hailuo есть. То есть плей-пауза, запуск секундомера, срабатывает вибрация. Здесь она не предусмотрена в этом режиме. Найти телефон. Собственно, это в обратку работает. Можем как найти телефон, запиликает у вас телефон, если нажмем. Либо же с телефона можно найти часы, они будут вибрировать. Далее, сами настройки. Общая информация по часам. Выключение часов, сброс настроек. Далее циферблат, то что я вам показывал. Далее тема, опять то же самое, видите, список, судоку и соты называется, вот три режима. Далее яркость, это общая яркость самого экрана. Яркость непосредственно сколько будут активность экрана, 5, 10, 15 секунд. И перед тем, как показать вам приложение, забыл упомянуть основную информацию, очень важную. В данных часах объем батареи 190 мАч. Как заявляет производитель, его должно хватить на 7-10 дней работы. В моем случае использование было достаточно жесткое, достаточно активное. То есть постоянно приходят уведомления с мессенджеров, постоянно кто-то звонит, активен будильник, активен мониторинг пульса. Причем пульс можно как разово запускать, так и на 24 часа. У меня был активен на 24 часа, плюс у меня 3 тренировки в неделю по 1.5 часа. А в это время я предпочитаю пользоваться секундомером, чтобы, как говорится, лишнее время не отдыхать, следить за своим временем тренировки. Так вот, при таком вот использовании, да, яркость еще у меня была 75-100%. То есть все прям, грубо говоря, все выкрутил на максимум. При таком использовании мне батареи хватило на 5 дней. Далее пришлось заряжать. Время зарядки 1 час 20 минут. То есть при жестком использовании 5 дней. Если вы, допустим, не будете активно использовать экран во время тренировок, потому что там порядка 30% съедалось батареи, уверен, что 8-10 дней они должны отработать. Приложение, с которым работают данные часы, называется Glory Fit. Соответственно, оно доступно как и на iOS, так и на Android. Приложение достаточно хорошее, оно полностью русифицированное. Перевод достаточно также качественный, каких-то особых косяков я здесь не заметил. Первая вкладка у нас домашняя страница. Здесь у нас сердечный ритм, цель шагов, сколько я прошел сегодня, сколько я сжег килокалорий. Далее сон. Здесь уже полностью разделение информации. То есть, как вы сегодня спали, как вы видите, можете посмотреть мои данные, какой сон был глубокий, неглубокий, пробуждение. Вся эта информация типичная, как для многих приложений в тех же Hailuo, либо там Mi Band. То есть, ничего здесь нового нет, но тем не менее, оно здесь хорошее. Далее вкладка спорт. Здесь идет постройка маршрута, если вы где-то гуляете на улице, на велосипеде ездите, неважно, но здесь в самих часах GPS трекера нет, то есть весь маршрут будет строить у вас непосредственно сам телефон, информация будет браться с него. Далее последняя вкладка, уже перебежим на нее сейчас сразу. План тренировок называется. Я здесь у нас план тренировок, то есть собственно здесь вы настраиваете различную информацию о себе, какие вы хотите поставить цели, физиологический цикл, то для женщин будет удобно.
Ну и обновления, прочая информация. Вкладка «Устройство», основная вкладка, которая самая интересная, «Настройка часов». Здесь идет отображение уже непосредственно всех циферблатов. Они подгружаются с сети. И вот можете посмотреть, насколько здесь сочные, красивые циферблаты. То есть не какой-то там мусор, да? Опять еще будет подгружаться список, и это можно делать очень долго. Так, циферблатов очень много, и реально все очень классные. То есть тех же Halo, к примеру, там, по-моему, сейчас добавился уже список, но их не так уж и много, и мне, честно говоря, не особо прям нравятся. А здесь прям есть варианты на любой абсолютно вкус. И приколяхи, и более классические. Мониторинг пульса у нас можно включить как на 24 часа, в данный момент он включен, так, собственно, это дело отключить. Настройка кислорода, оповещание о звонке, включаем задержка при отображении звонка, либо убрать задержку, смс-оповещание, уведомления о приложении, здесь масштабный достаточно список, то есть можно настроить соцсети, тут же ВК, Инсту, к примеру, да, с ютубчика, почты, твиттер, пожалуйста, вам скайп, вайбер, телега, это вот список уже, который сразу по умолчанию доступен, здесь мы можем подобавлять какие-то свои, да, еще приложения также можно настроить, все приходит корректно, отображение корректно, но, как я говорил, если какие-то приложения у вас имеют пароль, то на часы будет приходить лишь уведомление о том, что вам в конкретное приложение пришло какое-то уведомление. Далее настроить будильник, что я говорил, здесь посоздавать свои будильники и регулировать их только отсюда, как я показывал, на часах этого делать нельзя. Включать экран поднятием руки, все вы знаете, да, отображение вот этого дела. Собственно, давайте сейчас активируем. Я эту функцию убираю, потому что ночью в любом случае они временами включаются, как и все часы, и меня, собственно, это раздражает. Как вы видите, есть какая-то небольшая, наверное, задержечка, но, в принципе, нормально они корректируются, да, то есть не то, что я там полдня жду, стою, то есть эту функцию я ее отключаю, но работает она вполне стабильно. Режим не беспокоит, то есть отключаем все уведомления, чтобы у нас не было ни вибраций, никаких напоминаний не приходили, причем можно настроить определенное время, когда, чтобы эти уведомления не приходили, к примеру, задать, что вот с 22:00 до 6 утра, чтобы часы у меня никак не беспокоили, чтобы я спокойненько пил пивко по вечерам, смотрел киношечку, спал, и чтобы меня никто не раздражал. Часах. Вот такое незамысловатое приложение, но все функции хорошо переведены, все легко настраивается, все быстро коннектится. И финальная вишенка на торте – это стоимость данных часиков. Обычно цена держится порядка $35, возможно, она еще будет падать, потому что моделька новенькая. Но в распродажу уже можно взять их с купончиком за $30. За 30-35 долларов, я считаю, это достаточно интересный вариант, как конкурент при выборе других часов. Потому что из плюшек здесь у нас как минимум сразу добавляется хороший, реально качественный ремешок, которым вы точно будете пользоваться. Экран хоть и небольшой, но, как вы сами видели, он достаточно отзывчивый, достаточно сочный. Оболочка здесь действительно хорошая, и для часов, для бюджетных часов это очень важно, потому что никто не хочет получить тормознутые часы, которые будут виснуть, ими неприятно пользоваться. Оболочка плавная, оболочка красивая, иконки все красивые, циферблатов очень много, выбирай какие хочешь, приложение адекватное, все легко настраивается, все легко синхронизируется, обрывов никаких нет, уведомления приходят, что также очень важно, никто не хочет пропустить важное сообщение, важный звонок и что-то тому подобное. В общем, за свои деньги часики очень даже ничего. Так что, если вам часики данные приглянулись, ссылка на них будет в описании. Пишите свое мнение о данных часиках в комментариях. Если есть еще какие-то вопросы, задавайте, я с удовольствием вам на них отвечу. С вами был, как всегда, Назин. Подписывайтесь на канал. Пока-пока, до новых встреч. Скоро распаковка. Есть повод подписаться. Пока.